Битва кроссоверов. В этом году День защитника Отечества в Саратове отметили ярким шоу. На ипподроме для гостей праздника подготовили показательные выступления на кроссоверах и тест-драйв 25 автомобилей разных марок. Подробнее в следующем материале программы. На саратовском ипподроме праздник для всей семьи. Защитники Отечества меряются силой, отжимаются, приседают и испытывают на прочность 25 автомобилей различных марок. Спонсоры битвы кроссоверов подготовили для саратовцев целую развлекательную программу. Самые маленькие танцуют, те, кто постарше, считают деньги. Проигравших в конкурсах нет. Поощрительные призы, кружки и блокноты от сети магазинов «Семейный» достались всем участникам. Замечательный весенний праздник, посвященный 23 февраля, Дню защитника Отечества. Ну и, конечно же, сеть универсамов «Семейный» не остались в стороне такого праздника и подготовили замечательные призы для участников конкурсов, для самых активных, за самых сплоченных, за самых дружных. В общем, вручаем подарки, радуем наших покупателей и жителей города. Особенные подарки спонсоры приготовили для семейных пар. Участники конкурса отвечали на вопросы викторины о родственных связях и собирали бусы из макарон. Выбрать лучшую пару организаторы не смогли, поэтому продуктовые корзины получили сразу три семьи. Мы не ожидали, но просто как бы ради веселья, наверное. Постоянно участвуем в разных конкурсах. У нас Марина, она любитель этого дела, поэтому мы приехали сюда и просто не пропускаем конкурсы. Все. Как вам такой приз? Ой, мы очень рады. Даже неожиданно, что много всего. По нашему жизни это дорогая продуктовая корзина. Спасибо большое организаторам, участникам всем. Вот, все здорово. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.